России, Дагестан. Сөйлей Маачкала. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңдаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерин башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа Маачкалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонун алдына редактор Нүхей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Россия Федерациянын президенти Владимир Путин улкени баарда ватандаштарын, айрокта ветераланы ва дагулукчуланы, хас операцияланы күчлерини күнү булан ириктен кутлаган. Ол эскерген имик, сиз Россияны аскерини өктемлиги саналасыз. Хас операцияларынын күчлерини дагулукчулары ва командирлери өздөрүн тездикте иш көрөгөнлиги, аскер борчун күтмөгө дайым азырлыгы булан белгилүү. Сиз өзүңүздү улуу ватан дауда, Афганистанда ва өзге жерлерде ор даражада көрсөтмө бажардыгыз. Шуну булан өзүңүздүн ватанга баккан сүйүүңүздү, аскер борчугузга инамлыгыңызды ва антыгызга аминлигиңизди көрсөттүңүз, деп эскерген Владимир Путин. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем сил специальных операций. Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки. Умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях. Эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира. Там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России – нашего народа. Грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, ваш боевой опыт позволили сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках. Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции. Выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю. Ваши знания и профессиональные навыки, образцовые дисциплины и высокий боевой дух необходимы для всесторонней подготовки молодых бойцов, тех, кто удостоен чести служить в рядах сил специальных операций. И особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой. Озину кутлауна ахрына Владимир Путин Россия Федерацияны хас операцияларыны күчлерине, барда кулукчуларына, хас назначениелерини бөлүктерини ветераларына, котчак, игит күйде ватанга кулук этегени саялы баракалла билдирген. Шолай да яшауына саулук, яхшы жашауга келечекте да үстүлдө жараган. Хочу поблагодарить всех воинов российских сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине. Желаю вам здоровья и успехов, благополучия вашим друзьям и близким. С праздником вас! И пусть вам всегда сопутствует удача! Түнөүн Дагыстан Республиканы Укуматыны председатели Абдумуслим Абдумуслимов оператив штабны гезитли кеңешин өткерген. Кеңешине асыл масаласы республикадагы ягарлык вактыны масалары санала. Мы провели сплошной тепловизионный контроль всех подстанций 35 кВт и выше и всех воздушных линий 35 кВт и выше. Для этого мы с других филиалов пригласили сотрудников. Работу мы сейчас эту завершили. Мы выявили
большое количество дефектов по нагреву оборудования, которые сейчас в установленном порядке устраняем для того, чтобы по этой причине не допускать отключения оборудования. Мы все понимаем, что сегодня к расходованию бюджетных средств тоже должно быть такое тонкое отношение. Но в связи с тем, что это связано с созданием необходимых условий для граждан, для жителей республики, мы вас просим на это обратить внимание. Где наибольшее частое отключение идет? Кар яугалыкка байлаулуу болуп, электрогуч ва газ булан тамин этүү тармактар ара бөлүнүп иштедилер. Миңдер булан ватандаштар истиликсиз ва ягарлыксыз калган. Мне доклады не нужны ваши. Мне дайте результат. Вы же руководитель инспекции. Да. Все, если руководитель инспекции, соответствующие контрольно-надзорные органы, представьте соответствующую информацию и приведите 15, 20, 50, 100 фактов о подключении несертифицированного оборудования. Все. А почему не делаете вы это? Вы ждете пока дальше тоже, чтобы исходы были, что ли? Барда ищи на часы, бюджетные ахчалары тиешсиз хажанагалык план байлаулу. Милли проектлер ва пачалык программалар өз заманына ва тийиштүү кайдада жашоого чыкмага керек. Шубарда иш йылны биринчи жартысына тамамланмага тарык. Министерство финансов проводит работу по подготовке предложений по оптимизации расходов в целях обеспечения сбалансированности бюджета и сокращения его дефицита. В связи с этим финансирование расходов осуществляется, исходя из приоритетности финансового обеспечения социально значимых и первоочередных расходов, а также возможного сокращения отдельных позиций. Просьба не направлять предложения по финансированию по отдельным расходам полугодовых или годовых назначений с целью увеличения процента кассового расхода. Бүгүн Дагыстан Республиканын Халык жыйынынын кезектүү сессиясы өткөрүлөт. Сессиянын күнлүк мыйзамынын асуу маселеси республиканын өкмөтүнүн ишинин натыйжаларын чыгаруу менен байланыштуу болушат. Сессиянын барышында Hukumatın işine hakkındağı daklat bulan Abdulmusim Abdulmusimov çıkıp söyleyecek dep karavulana. Dağıstan Respublika, Rusya'nın aldınlı hayvançılık regionu sanala. Respublikan hukumatı şu iş alga barsın üçün barda bulağanın kütüp kastetti. Всем показателям и по индексу развития сельского хозяйства 1,8-2% превосходит прошлогодние показатели. Показатели одно, но когда сегодня мы воочию здесь это все видим, видят горожане, наши махачкалинцы, какая всегда экологичная продукция производится на наших фермах, на наших полях, это очень приятно. Халибуса сиз, хурметли радио тыңлаучулар, Украинанын топурагына жүрүлген хастау операцияны барышы акындагы Россиянын оборона министрлигинин акырынчы билдирүүнө да тыңламага буласыз. Шуакта бизге ведомствонун хас вакили Игорь Коношенков булай билдире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной операции. На Купянском направлении огнем артиллерии западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовская Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першетравневая, Табаевка, Синьковка, Ягодная и Крахмальная Харьковской области уничтожены 6 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля. На Краснолиманском направлении активными действиями подразделения группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невская, Червонопоповка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта «Разлив» Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики
Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Биз бирчебиз деген волонтерлардын штабы Хумтаркали районунун администрациясынын кулукчулары менен бирге районуна жашайган Украинага чакырылганларды барда аһлилерин ашамлык маллары менен таамин эткен. Шуакта баялык агенттикке муниципалитеттин пресс кулугунан билдирилген. Биздин ийгитлердин аһлилери, уланын улаалары, эл кардаштары, аталары, уй аһлилери нечик асылуу ишин күтөгөнүн аңламага керек. Олар биздин жамиятны янын туттуун хисетмеге керек. Хумтаркали районундагы биз бирчебиз деген штаб бир күнгө да өзүнүн ишин токтотмаган деп эскерген районунун башчысы Айнуттин Зияутдинов. Россия Федерациянын Генеральный прокуратурасынын комиссиясы Дагыстанда жинаятчы таксырлаулану күтүүнү ва тусактагылардын шартларынын масаларына байланыш болуп, ватандаштарды кабыл этүү өткөргөн. Шуакта региону тергөө ведомствосунун пресс кулугунан билдирилген. Кабыл этүүнү Россия Федерациянын Генеральный прокуратурасынын жинаятчы таксырлаулануу күтүүнү законулугун тергеген управлениясынын бөлүгүнүн начальниги Дмитрий Александрович Суханов өткөргөн. Каспий шаардагы энергетика коллежинин студенттери Углич деген кичи ракета кемеде экскурсияда болгон. Шуакта Кыбылда округунун пресс кулугу билдирет. Экскурсия өлчөүдөгү чара адакланып калган ийимик түш вактыги артиллерия сауыттан атышуу менен башталган. Экскурсиянын барышында студенттер кемедеги дау моряктарынын кулугунун шарттары, уланын турушу менен тааныш болгон. Соңуна экскурсиянын вактысында коллежинин студенттери дау деңиз флотуну, дау техникасыны ва сауыттарынын халиги заманы шартларына жооп берген үлгүлөрү, кеменин ракеталары ва артиллерия системасы буланына тааныш болгон. 2016 жылда Углич деген кичи ракета кемени экипажы 2016 жылда өткөрүлгөн Аскер халкара оюлардын конкурсунун барышында үстүнлүккө ээ болгон. Шуну булан бүгүнкү яңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.